Катюха! Катюсечка! Катосик! Катафал! Что тебе надо? У меня яйцо. Екатеринбург! Вот это, Катифнах! Кандибоберчик! Подойди, да говори уже! Подойди сюда, Екатерина Выхухляцкая, подойди сюда. Сейчас будет сложно, но это давно, я уже давным-давно, я давно, уже очень давно должен сделал был это, язык запутывается. Переживаю. Так, быстрее говори, у нас серию начинать надо, ёбаный. Подожди, я переживаю. Я читал комментарии под тысячами наших с тобой последних роликов. Под тысячами. И знаешь, вот очень много моих подписчиков сподвигли меня на то, что я сделаю прямо сейчас. Очень много подобных вопросов было в комментах. Эдисон, когда ты там с Катей вот это, а когда у вас будет вот это, когда вы с ней вот это. И вот я решил наплевать на вот это все, прийти в Майнкрафт и сделать тебе то самое предложение, которое я должен был сделать давным-давно. О, конь. Конь, уйди. Уйди, конь. Этот цветочек. Что? Ну... Этот цветочек тебе. Кать! Я? Что? Ну говори быстрее, я уже не могу. Я хотел стать на колени на стуле, но как-то не очень получается вот так. Ты где? Ты исчез! Это опять пранк? А у меня даже кирки нет. Тебя, я думала, цветочек так, твой этот, что так отстанет? Я хотел тебе предложение сделать там, Кать, согласна ли ты вот это пойти со мной? Мне пофиг, ты ушел, ты меня опять пранканул. Я ничего не делаю, это опять этот непонятный мир Майнкрафта, который каждую серию нам предоставляет какие-то непонятные челленджи. И как я понимаю, в этой серии челлендж будет Майнкрафт, но каждую минуту случайный телепорт куда-то в непонятное место, я не знаю, где я сейчас очутился. Кать! Ты в лесу? Где ты? Ты вообще... Я в заднице мира! Я нахожусь на 59-й высоте в маленькой комнате с лавой! Ой, а у меня тут лисичка плавает, иди скорее ко мне. Лисичка плавает в водичке. Да, хорошо, сейчас приду. Вот так. Так. Явился! А, здравствуйте. Так, ну а я что, виноват, как будто меня взяли, куда-то пихнули, как будто я сам захотел уйти. Все, пошли, Катюха. Давай. Это опять твой спланированный сценарий, этот, шуточки твои. Никаких шуточек не было. Мы просто продолжаем это уже где-то третья или четвертая серия нашего вот этого непонятного то ли выживания в Майнкрафте, то ли какого-то испытания нашей жизни в Майнкрафте, где каждую серию реально происходит что-то другое. Но, Кать, подойди сюда на секундочку. Скажи, пожалуйста, самое ключевое правило этого сезона. Как только кто-то из нас того самого вот, ну, умрет. Конкет, бро. Ой, где? Я на дереве! Короче, как только с помощью вот этих непонятных телепортаций кто-то из нас случайно умрет, фиг его знает, в следующий раз может нас там заспамить вообще где-то в аду возле визора. Как только кто-то умрет... Конец, серия кончается! Все, до свидания, пошли, Катюха, давай! Я боюсь куда-то идти, а если нас в лаву ты пыхнет? Ну так подожди, чем быстрее мы с тобой закончим этот сезон, тем меньше вот этих проблем на наше заднее место. Пожалуйста, успокойся с этими лисичками. Она просто каждый раз, когда видит лисичку, кричит как ненормальная. Пошли. Это самый. Вот спящая лисичка, это самые милые создания в Майнсруфте, милые спящие лисички. Ты где? Сколько лис ты видишь перед собой? Я до сих пор вижу все эти лисы, а вот тебя я не вижу. А я вот тоже вижу лис, значит мы рядышком. Давай найдем. Кать, скажи, пожалуйста, куда тебя телепортировал? А, ху ты. На дерево. Ее телепортировало за 5 блоков от меня просто в другой стороне. Я здорово! Господи, Так, у нас чего не хватает вообще в этой жизни? Короче, нам же выживать еще нужно. Кстати, да, я пока был вот в этой шахте, я добыл всего лишь одну железную руду. Поэтому прямо сейчас я тебе предлагаю ее хотя бы пережарить, или все же давай еще 2 добудем и потом пережарим. Да давай добудем хотя бы нормальное количество, чтобы не просто так. Давай. Пошли в шахту сейчас какую-то найдем. Такую хотя бы маленькую шахту, чтобы добыть еще немножко железа. Лисичку заберем с собой. Как ты ее сейчас заберешь? Вот найдем поводок, вот тогда и заберем, а пока что нет в этом смысла. Короче,
как только меня куда-то телепортируют, я сразу же буду тебе орать и говорить, где я. Потому что ты даже не замечаешь, когда я пропадаю. Ну, кстати, да. Вот если я куда-то телепортируюсь, я также буду сразу же кричать. Пошли. Ой! А! Я утонула. Ты где? О, я в джунглях. Ай, ты тоже. Хорошо. Спасибо богу Майнкрафта за то, что помогаешь нам искать шахту вот этом в Майнкрафте, только это вообще не шахта. Да, это немножко джунгли. Слушай, но зато... Кать? Ты опять пропал? Я тебя вижу, но смотри на меня, я сзади тебя. Сейчас прыгну с дерева. Вот. Ла-ла-ла-ла. Ты решил поплавать, да, я так понимаю? Я решил не поплавать, Майнкрафт решил меня немножко потроллить. Короче, я тебе предлагаю найти попугаев вот прямо сейчас. Да, давай без этого только. Все, держись рядом, пожалуйста. Хорошо, все, иди сюда, пожалуйста, не пропадай, я тебя прошу. Вот давай за ручку будем держаться. Я тебя тоже прошу не пропадать. Да, дай ручку, дай ручку. Ну не бей меня! Дай ручку дай! На! Пошли, я вижу коров! Я вижу... Отлично, это не то, что нам нужно. Это не то, что нам нужно. Я вижу коров, я вижу кальмаров, я вижу... Ничего больше не вижу. Ты что-то видишь? Это кальмары? Осьминоги. Серьезно? Я никогда не знала, что это вообще такое. Пошли. Да здесь же нет шахт. Ну где-то сейчас же она должна быть рядом. Ну, сейчас мы будем ее искать, и нас опять куда-нибудь бабахнет, и все. О, вижу! Бабахнула! Здравствуйте, знаешь где? Ага, мы рядом опять, да? Мы в комодце! Это кто-то вообще прям сильно большой тролль? Так, вот этого я вообще не ожидал. Здравствуйте, голем! Ты меня не потерял случайно? А ты где? А вот и я тебя хочу спросить, где ты? Тебя опять ты пихнула? Я на дереве, наверху! Видишь меня? Прыгай! Прыгай, давай, я тебя ловлю, давай! А если я умру? Не умрешь. Хотя, кстати, возможно, серия же закончится тогда, когда Катя умрет. Тогда не построй мне водичку, я в водичку прыгну. Хорошо, сейчас тебе построю водичку, подожди. Вот. Дотянешься? Нет, мне слишком далеко. Ну а что я сделаю по-другому? Ну давай бери и прыгай. Давай! Главное, разбегись и прыгни вот сюда. Давай. И. Страшно как было! Молодец. Так, пока нас отсюда опять не тпкнуло, я предлагаю быстренько пробежаться по всем домикам. Возможно, здесь сейчас будут сундучки какие-то. Опа, сундучки. Ой, как мы тут все разлили, водичку-то. Ребенок спит, ребенок немножко здесь спит. Почему? Вот, Подожди. Так, хлебушек это нашел. Давай, проверяй все домики, Кать, как можно скорее. Ага. Так здесь жители, у нас... здравствуйте. О, я нам кожаные куртки нашел! О, это я люблю. Шмоточки люблю. Ядрить, колотить, ядрить. Ой. Нет! Динти! Он еще заспавнил Динти рядом! Это. Я чуть не взорвалась сейчас. Я в шахте. Ты рядом со мной, ты не в шахте. Ой. Ты видел то, что сейчас Динти чуть еще не взорвалась? Кать! Это уже уровень! Кать, в этой деревне была кузница, я заметил в последние секунды то, что там была вот эта стойка для брони, и на одной стойке был железный шлем, а на другой стойке был железный нагрудник, и мы просрали с тобой это. Ой, блин, и ты не успел забрать? Не успел, потому что меня ты пахнула в ту же секунду. Да, хорошо, что еще хоть TNT не подорвали. Тоже верно. Нас. Держи. Опа, что это? Кожаная курточка, держи еще одну кожаную курточку. Точно, пошли. Сейчас ищем с тобой немножко железка, которая, возможно, здесь где-то будет. Давай, прыгай сюда. Прыгай. Только в лаву, пожалуйста, не упади в лаву. Хорошо, постараюсь. А можешь залутать ее чем-то? Давай, прыгай. Отлично, спасибо. А это конец шахты, если что. А, все, ну да, в принципе, да, нормально. В принципе, мы можем обратно выбираться, давай. Эй, у меня-то блоков нет, куда ты пошел? Держи! Сзади, Игорь! Собака, ты что меня сбросил? Кто меня... У меня два сердечка! У меня два сердечка! Это сейчас стресс. Кать, спаси меня! О, Игорь! Давай. В лаву! Он еще и в зомби... Ой, в утопленника он превратился. Только что у меня на глазах... Да... Вот сейчас я вообще не понял, как работает Майнкрафт. Здравствуйте, мы в зимнем биоме. Это... Эм...
А ты где? Да, полетал так знатно, улетел на 10 метров в сторону из-за этого крипера. Это, я думала, ты все того. А с тобой все нормально, да? Я успела отбежать, потому что я видела крипера. Короче, я тебе предлагаю... Я тебе даже не знаю, что тебе предложить. Я сегодня тебе хотел уже не знаю, сколько раз предложения сделать. Что-то как-то я уже не верю тебе, серьезно. Ну, в смысле? Я... Хорошо, тогда в конце серии сделаю... Или подожди... Ну, ладно, потом тебе сделаю предложение там. Вы посмотрите, какой секретный молодой человек. Сам не знаю, что он... Еще и меня непонятки будет. Я тебе сделаю предложение только чуть позже. Давай, давай, убивай, убивай, убивай! Какое предложение? Предложение! Да, вот это предложение! Посмотреть мой новый влог на втором канале! Понятно. Я же в Америку ехал. Там у нас я встречался и с Викой Картер, и с Пози, и с Кофи, и с Варпачом. И, в принципе, моя первая поездка в Америку. Вот, поэтому я тебе предлагаю посмотреть мой новый влог на втором канале, который вот пару часов назад вышел. Вот, подсказочка. Пускай тыкнет. Пускай тыкнет. Пускай тыкнет. Тыкни. Это получается, это он вам предложение сделал влог посмотреть, а не мне. А мы с тобой уже смотрели этот влог. Вот именно. Вот именно, что мы смотрели его, зачем ты мне предлагаешь? Я тебе хотел другое предложение сделать. Еще другое. Сейчас надо, правда, придумать какое. Ты понимаешь? Ну? Что это уровень просто хардкорный. Ой. Катя не успела договорить даже! Ты понимаешь, то, что это не просто телепорт, а еще и TNT, еще и криперы рядом. Но это же вообще не уже нечестно. А подожди, а как нам вообще тогда выживать в этом мире? Представь то, что нас прямо сейчас берет и тпхает куда-то в эндерпортал. Это как бы круто, да, как забери бы было? Забери свои слова обратно, забери свои слова обратно. Посмотри на нас и представь то, что мы с тобой вот сейчас, через секунду будем сражаться с эндер-драконом, а? Как тебе такое предложение? Такого не может быть. Так, надо как-то отсюда спускаться, как-то сообщить сюда. Только не в воду, только не в воду. Я не допрыгну ни за что в жизни. Думаешь, не допрыгнем? Да. Ну давай попробуем. Давай вот сюда немножко простроимся, вот сюда. Давай, давай, за мной, за мной. Главное, не толкайся, пожалуйста. Вот кстати, да, можно же простроиться. Вот, давай прыгай, прыгай. Нет, я... Ага. Ага. Это было очень странно. А что произошло? Я не успела... Ну, я хотела прыгнуть, начала прыгнуть, в это время меня телепортировалось, и я умерла в Эндермире. А, и ты меня здесь одного оставила. Значит, я накаркал, я сам должен разгребать это говно. Извините, пожалуйста, но так оно есть. А, извините, я пошутил, когда сказал то, что я хочу сражаться с Эндер-драконом в кожаной броне. А я-то сказала, что я не хочу, и в итоге меня убило сразу же, как я во время полета в эту тировалась, и там же умерла, и все. Я да я понял, у меня одно сердечко! Эндер, дурак, упал вниз. Так, дайте пройти. Да. Ну все, до свидания. Вот договорился, договорился. Иди сюда, ты где? Ты сейчас должен здесь где-то телепортироваться, да? А, ну, я где-то рядом с тобой. О, я тебя вижу! Кать! Давай иди сюда, у меня к тебе вопросики есть. Серия закончилась, конечно, но ты все-таки кое-что не договорил. А, предложение, да? Предложение. Да-да, мы все ждем. В общем, Екатерина Екатеринбургская, катафалк Екатериновный. Готовы ли вы выйти со мной в двор в пятерочке и купить парочку дошираков? Конечно! Конечно, я согласна, пойдем скорее. Пошли, тем пошли. Тем более серия закончилась, мы с тобой как обычно нубики и ничего не смогли сделать. Я надеюсь, то, что больше эта рубрика никогда в жизни не будет выходить, потому что я не хотел накаркать, чтобы мы очутились у Эндер-дракона, но накаркал. Мы заходим просто повыживать, просто поиграть, а мир превращается в какую-то фигню. Все, дошираки ждут, пошли. А, Чебурак. О, Чебурак, здравствуйте. Слушай. На, держи. Не ушел. Вот это благодарность собачья. Кушай, кушай, кушай. Кушай. Покушай. Ты кушать будешь? Кушай. Кушай. Мне кажется, он просто баранину не любит. А у меня-то говядина.
А, наверное, он наверное, он вегетарианец просто. Так, подожди, траву дам. Ягоды любишь? Он ягоды не любит. Странный пес, конечно. До свидания. Ой! Ой. Я ж пошутил! Побежали-ка! Побегаем за дошираком в пятерочку! Дошираки ждут!